работа – это стихотворение Иосифа Бродского. Оно еще называется «9 января» почему-то. Написано в 1971 году. А музыку написал Сергей Труханов. Но, мне кажется, я ее немножечко испортила, эту музыку. То есть у него все-таки не такая песня, не такая много. Суббота, как ни странно, но тепло. Дрозды кричат, как вечером в июне. А странно, потому что накануне боярышник царапался в стекло, преследуемый ветром, но окно я не открыл. Акации трещали, и тучи пламенея возвещали о приближении заморозков, но все обошлось, и даже дрозд поет. С утра возился с чешскими стихами, вошла соседка, просила йод. Yeah.